Здравствуйте. В эфире Национального телевидения Чувашия программа «Агрочас». Сегодня у нас в студии уже знакомая, хорошо знакомая нам, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской республики Марина Загребаева. Марина Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Марина Анатольевна, в последнее время много, очень много говорится о необходимости импортозамещения. То есть такие задачи поставлены практически перед всеми отраслями народного хозяйства. И одновременно с этим о повышении экспортной активности. Вот сельское хозяйство, я думаю, здесь играет ключевую роль. И некоторые показатели у нас уже заметно изменились по сравнению с прошлым годом. Все-таки о чем идет сейчас речь? Насколько активно у нас республика участвует в экспортной деятельности сельхозтоваропроизводителей республики? Ну, я хотела бы сказать, что вопросы экспорта актуальны, когда регион себя обеспечивает полностью продуктами. Республика сегодня себя полностью обеспечивает мясными продуктами, молочными на 130%, овощами полностью обеспечивает, картофель на 2,5 раза. И понятно, что излишки нужно продавать. Экспорт у нас – это одно из ключевых направлений политики на ближайшее время. И понятно, что в рамках национального проекта мы взяли на себя определенные обязательства. С наращиванием мощностей мы должны выработать больше продукции и на экспорт направить к 2024 году не менее чем на 46 миллионов долларов продукции сельхозпроизводителей. Если говорить о цифрах сегодняшнего дня, то сравнивая август, вот 8 месяцев, практически август уже закончился, 8 месяцев 2020 года с 2019 годом, у нас уже на четверть объема экспорта выше, чем в прошлом году. Если вести отчет от 2013 года, с 2014 года, вы помните, да, продуктовый эмбарго, то у нас экспорт вырос в 3,6 раза. Сегодня Чувашия, достаточно небольшая территория в сравнении с масштабами страны, экспортирует продукцию в 37 стран мира. И в каком виде? У нас, что больше всего? Ну, понятно, что кондитерская продукция. У нас это основной объем экспортной продукции. Оконт знают не только на территории Российской Федерации, но и за пределами республики. В структуре экспорта 80% у нас занимает продукция переработанная, и это хорошо. Значит, добавочная стоимость осталась на территории республики, это дополнительные рабочие места. Сырье у нас 20% составляет в структуре экспорта. Какое именно? Что больше всего мы экспортируем в качестве сырья, в виде сырья? В структуре сырья у нас идет зерно, масличные культуры. В продукции переработки у нас появляется новая линейка. Например, в этом году впервые было пастеризованное молоко отправлено на экспорт. Лапки, крылышки, птица. И по итогам 6 месяцев Чувашия 6 место занимает по объему экспорта мяса птицы на экспорт. Ну, работы много. Я думаю, что поставленные задачи будут выполнены. Вот вы упомянули о том, что экспорт возможен только в том случае, развитие экспорта возможно только в том случае, если республика сама себя полностью обеспечивает теми видами продукции, которые потом планирует продать, за, допустим, за рубеж. Ну вот картофелем, овощами, понятно, это традиционно. Мы знаем о том, что мы столько производим, что всегда делимся. С молоком обстоит такая же ситуация? То есть получается, что мы производим больше, чем нам нужно. Сегодня республика себя, я еще раз повторю, обеспечивает на 130% молоком. Понятно, что нужно излишки продавать. В соседних регионах сегодня тоже производится достаточно большой объем молока. Вообще хотела бы сказать о том, что сегодня в Приволжском федеральном округе производится треть российского молока. То есть каждый третий литр молока в России произведен в Приволжском федеральном округе. Понятно, что продажи у нас должны быть по географии, либо это далеко за пределы округа, либо на экспорт. И сегодня мы делаем ставку на экспортные продажи. Ну, увеличение экспорта, увеличение производимого сырья, переработанной продукции, оно невозможно без увеличения производственных мощностей. И вот, в частности, вот если говорить о производстве молока, то, да, мы действительно видим в последнее время, как буквально одна за другой появляются новые молочно-товарные комплексы, настоящие комплексы, то есть их уже даже фермами невозможно назвать.
Какие планы на этот год? Что уже запланировано? Что предстоит запланировать там на следующий год? То есть как вот в этом направлении будем развиваться дальше? Сегодня у нас проекты примерно на 1 100 000 на 2020 год предусмотрено на строительство и реконструкцию молочных животноводческих комплексов и ферм. Это где-то 52 проекта. Сегодня они в стадии реализации. Я хотела бы обратить внимание, что за последние годы у нас отремонтировано, построено, реконструировано 200 ферм. 8 500 дополнительных скотомест создано. Если говорить по статистике, то где-то каждое 7-е место, скотоместо, у нас либо реконструировано, либо возникло новое. И на ближайшие 5 лет мы должны создать дополнительно 10 000 скотомест дополнительно. Понятно, что для этого необходимы определенные инвестиции. Инвестиции большие идут на строительство. Но животноводство интересно тем, что это круглогодичная занятость для аграриев. И сегодня я считаю, что это перспективное направление. Все-таки строительство таких крупных объектов для сельхозтоваропроизводителей достаточно обременительно финансово. Каким образом государство участвует? Каким образом государство помогает им в этой инвестиционной деятельности? Здесь нужно разделить отдельно. Есть федеральный механизм и республиканский. Если федеральный механизм распространяется только на фермы от 400 голов, либо на строительство ферм для молодняка от 240 голов, возмещается 25% понесенных затрат, то республиканский механизм предусматривает субсидирование малочисленных ферм от 200 голов и 120 голов для молодняка ферма, возмещается 15%. В дополнение к федеральному механизму для ферм от 400 голов и выше, республика, кроме того, к 25% добавляет еще 15% за счет республики, за счет республиканского бюджета. То есть получается 40 и 15. Большие фермы – это 40% возмещения, малочисленные – 15% возмещения. По какому принципу, чем руководствуются, когда принимают решение о строительстве либо фермы на 400 голов, либо малочисленные? То есть это по желанию инвестора или все-таки существуют какие-то ограничения? Ну, понятно, что сперва оцениваются возможности инвестора, нужно привязаться к местности. И если есть какие-то ограничения, не позволяет расстояние до ближайших населенных пунктов, то большую ферму и не поставишь. Почему и было принято решение, что малочисленные фермы от 200 голов примерно, они более компактно и удобнее заходят на нашу территорию, где деревни достаточно плотно друг к другу. На каких условиях можно получить поддержку? Ну, кроме того, что вот вы сказали, да, это оценка состоятельности самого инвестора. И федеральный механизм, и республиканский работают по принципу конкурсного отбора. По федеральным правилам конкурс примерно запланирован на осень. Минсельхоз России определяет сроки. Пока эти сроки не озвучены, но как только будет известно, мы сразу оповещаем всех сельхозтоваропроизводителей. Это примерно середина осени. По республиканскому механизму мы планируем объявить конкурс в сентябре. Для того, чтобы участвовать в этом конкурсе, сельхозтоваропроизводитель должен скомплектовать определенный пакет документов. Более подробно эту информацию можно узнать на сайте Минсельхоза в разделе направления деятельности «Господдержка». Основные документы – это заявление, проектно-сметная документация, обязательно экспертиза на проект. Проект должен быть начат, строительство его, не ранее, чем 3 года до даты подачи документов. Объект должен быть введен в эксплуатацию, укомплектован поголовьем. И понимает сельхозтоваропроизводитель, что, заходя в конкурс, он берет на себя обязательство, что в течение 2 лет на дое коров должны составлять не менее 6 000 килограмм на 1 корову в год. Это не очень обременительные условия? У нас по республике по прошлому году на дое больше 6 000 в среднем на 1 корову. У нас достаточное количество предприятий, которые надают от 7 000 и больше. По предприятиям, если не брать мелкие крестьянско-фермерские хозяйства, а брать сельхозпредприятия, то здесь на дое у нас идут выше 7 500 на 1 корову. То есть это показатели подъемные. Ну, готовясь объявить конкурс, вы же делали какие-то там, не знаю, какие-то анализы, да, то есть строили какие-то прогнозы. Насколько охотно вообще аграрии участвуют вот в таких мероприятиях?
Это будет первый конкурс в этом году. Руководство республики в этом году приняло это решение, разработано все нормативные акты. Но посмотрим, какая сложится практика. Первый опыт сентября. А вообще по опыту прошлых лет новички в основном берутся за такие проекты или те, у кого уже есть определенный опыт? Проекты разные. Есть и новички, есть и те, кто расширяет свои производственные мощности, строит дополнительные коровники. Кого больше? Я думаю, 50 на 50. 50 на 50. Из тех фирм, ну вот из тех вот крупных проектов, которые были за последние годы, есть такие, которые, ну как, не состоялись? То есть по каким-то причинам закрыл производитель эту деятельность, этот вид деятельности? Те проекты, которые были заявлены, тем более вышли на конкурс. Тогда работали только федеральные правила, я напомню, республиканских правил не было. Все проекты реализованы и сегодня дают достаточно хороший производственный показатель. То есть никто не сошел с дистанции? Нет. Ну что ж, будем надеяться, что и в этом году будет то же самое. Еще раз напомните, куда нужно обращаться для тем, кому будет интересно принять участие в таком конкурсе. Можно обратиться к специалистам Минсельхоза Чувашии в администрациях районов. Они дают консультацию. Также можно обратиться к нашему сайту. У нас есть информация в разделе «Направление деятельности. Господдержка». Там подробная расшифровка по всем видам господдержки, в том числе и по возмещению капитальных затрат. И я хотела бы обратить внимание сельхозтоваропроизводителей, что у нас помимо строительства ферм также предусмотрена господдержка, возмещается 30% затрат на строительство комбикормовых цехов и на приобретение оборудования и на возмещение затрат по мощностям по подработке зерна. Для животноводов это тоже очень важно. Конкурс будет объявлен по всем трем направлениям. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашей собеседницей была заместитель министра сельского хозяйства Чувашии Марина Загребаева. Всего доброго, спасибо за внимание. Спасибо вам. Спасибо, Лена.